Для тех, кто думает, что я мало ем. Рис еще и колбаски. И сейчас это у меня в 12 часов ночи, значит, я опять ем. Несчастные девушки, которые сидят на диетах, сейчас скажут. Хватит жрать, Олеся! Скажут, ну она и тварь. Ест 12 ночи каждую ночь. Я просто... Некоторые думают, что типа это... Как моя мама, например, там думает, что я, наверное, ничего не ем. Вот. Тут такое бац, разоблачение. Да она ест, еще как. И еще сколько. Ой, что я, по-моему, соус. Это у тебя диета, да, Олеся? Да, это у меня диета. Это такая диета. Диета называется... Жрать в 12 часов ночи. Это у тебя антидиета. Причем в каким-то миллионным ужином уже. Потому что у меня еще всякие перекусы там есть. А, что-то еще кофе захотелось. Спасибо тебе, кстати, за кофе. Здоровья. Еще решила попробовать вот такие помидорчики. Помидорчики, помидорчики. Что-то у меня опять еду, как все не видно. Вот почему у всех моих банкеров все видно. У меня никогда ничего не видно. Так. Да. Сейчас мама наестся. Тоже решил папин телефон брать. Ты бросила его сегодня? Нет. Бросила. Все, там где папа отняли пряник. Да? Да. Спасибо, Олеся. А что это опубликовал за классное видео? Что такое? Я уже буду. Удалила. Потому что там музыку неправильно сделала. Нету больше пряников. Угу. Это помидорка острая, ты не будешь ее. Да? Да, если вот жди, только сосиска вот. А что ты с сыром, с яйцом остынет. Музыку неправильно сделала. Дай. Сосиска, смотри, еще сыр. Дай планок, дай планок, дай планок. Музыка. Дай планок. Иди у папы укуси, говорю, нету этого пряника больше именно, этого нету. Это горячая, надо ждать, пока остынет. Ну, зайчонок, но она горячая. Дай, дай, мама. Алиса, пожалуйста. Она горячая. Ложусь, доча. Она горячая. Я положу тебе в тарелку. Алисик, послушай папу. Ребенок не понимает, что очень горячая. Алис, послушай папу, горячая обожжется. Куда ты это так взяла? Нет, она видела вчера, папа тазик сделал. Да, я нарисовала тазик. Ты куда пошли? Тазик? Да, она горячая, знаешь какая? Да. Олеся, аккуратнее, сосиски внутри очень горячие. Так я знаю. Вот она будет остывать, она очень горячая. Да. Просто супер горячая, да. Сейчас мама утробу свою набьет. У меня там кофе. Угу. Ничего, Алиса. Слушаю тебя, удивляю. Да. Прикольно. Сыр расплавился. А помни тебе прямичек? На маленько. Ты кушать мою сладкую этим... сказание. Помидорки черри. Такие острые. Как говорят, как ты говоришь, на пустой желудок спать не хочу идти. Так и я. А Ваня что там делает? Небось, это, я ушел, он в компьютер засел. Наверное. Иван, ну ладно, пускай чуть-чуть посидит, ладно? А то он без телефона еще. Вот эти помидоры, которые с сыром. Блин, такие. Вот эти черри. Блин, они такие острые. А что ты мне не дала? А, я их только сейчас открыла. Капец. А мне не больше не
очень острые. А тебе такие нельзя. У тебя еще живот заболит. Вкусняшка. Надо есть, как я. Одно сделал, поел. Потом пошел, еще что-нибудь сделал, поел. Они как все эти мукбанкеры, как засядут. И идет одно блюдо только. Надо, чтобы пища растряслась, пойти еще что-нибудь приготовить. У меня со вторым ужином в Турции обычно в 12, что там, поздние супчики, короче, кто ест, вас с поздней едой.